Гималаи, день четвертый. Мы продолжаем серию репортажей о попытке конюха Федорова пересечь Гималаи под землей на куницах. Наш датчик показывает, что он сейчас находится в 5 километрах от места начала путешествия, в 200 метрах под уровнем моря. Алло, алло, прием, слышите меня? Да слышь, не ори, последних куниц распугаешь. Как у вас дела? Что с куницами? Куницы в большинстве своем живые. Хотя многие, конечно, мертвые, но все равно бегут. Потому что куда им деваться-то, на? Вот, сам в порядке, да. Только кочек много, и потому при прохождении узких участках кротовьего лаза немного стесал себе нос и уши. А также слегка поменялась форма черепа. Ну, то есть раньше была хорошая, а стала плохая. И нифига, конечно, здесь не видать. Вы собирались провести там ряд научных исследований, получилось? Ну, это, конечно, делов-то. Значит, это, успел взять пробу грунта. Ну, что сказать, невкусный грунт. Ну, есть можно, но не нужно. Да, и этому зоологу на заметку, куниц в темноте не видно, а сами по себе они не светятся. Надо было бы их фосфором намазать. Догадываюсь об их присутствии только по характерному запаху. О, ты ж, ёлки, а! Застрял! Сейчас! Я сейчас! Ох ты ж, ёлки, а! Застрял! Сейчас, корреспондент! Я сейчас! А! Фу, чуть ноги не оторвал, а! Вот что бы я тут делал, если бы они оторвались и уехали, а я бы тут остальной остался. Слушай, корреспондент, ты кислородную помпу видишь? Вижу. О, ты шланг в лаз вставь и включай. Может, меня давление на улицу вынесет? Ну, принцип пробки я это называю. Ну, включил. О, о, ух ты ж, ёлки, а, как повезло-то. Встречай, корреспондент с другой стороны.